Добрый день, дорогие друзья из солнечного, великолепного Витязева, что находится в городе-курорте Анапа на берегу прекрасного Черного моря. Сегодня мы с вами посмотрим первый в этом году обзор на отель, который называется «Золотое Руно All Inclusive». Здесь вас приглашают на майские праздники, которые вы можете провести со своей семьей. Номер стандарт будет стоить за 2400 рублей с человека, с шведским столом, трехразовым питанием. А также вас ждет великолепная программа на майские праздники. Здесь будет и полевая кухня со смокером, и ваших детей, и вас самих будут развлекать аниматоры. Так что посмотрите на этот отель и приезжайте к нам. Мы вас очень ждем. Это улица Мира. Здесь у нас уже все в Витязево оживает, и в конце обзора я приглашаю прогуляться по Паралии. Сегодня увидел первые открытые столовые. Сам отель. Трансфер на пляж. Пляж в летний период у них будет собственный. Я его потом покажу вам и расскажу, где он будет находиться. Садитесь на электромобиль и вас довозят. То есть ходить вам особо не придется. Так, с правой стороны работает летнее кафе. Также имеется детская площадка. При входе у нас в отель расположена многомойка. Детей на территорию можно отпускать совершенно свободно, потому что территория полностью закрыта и охраняемая. Обратите свой взгляд на то, насколько сильно озеленена территория. Бассейн я замерил. Посмотрите его температуру. Чистейшая водичка. Температура 27,2. Здесь же на территории надо обратить внимание ваши эти великолепные розы. Цветы, которые я просто обожаю. Вам бы почувствовать в ваших городах, какое благоухание идет от них. Этот аромат просто сносит голову. Ты чувствуешь себя в лете. Рядом с теплым бассейном это ощущается вполне. В общем, у нас есть место, где полежать, отдохнуть, где посидеть с напитками, искупались в бассейне, проводите свой отдых. И не зависите, в принципе, от температурного режима, который у нас будет. Поэтому у вас все будет хорошо. Сама территория очень сильно озеленена. И также здесь есть еще и альпийская горочка. Я уверен, что ваши дети будут просто счастливы. Во дворе имеется зона, на которой происходит и анимация, и ваши развлечения. Ну и просто можно выйти, посидеть, отдохнуть, подышать свежим воздухом в тени. Особенно в тени столького количества растений. Как красиво дерево смотрится. Мне даже показалось, что оно цветет. А это такие листики. В общем, озеленению здесь уделили очень много внимания. Ну, также можно посидеть, покачаться, насладиться. В третьем корпусе находится ресепшн, а также ресторан шведской линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш отель. Будем рады вас видеть в Золотом Руно. На ресепшене вот такое прям великолепное оформление. На первом этаже есть кулер. Вход на шведскую линию. И доступ к номерам осуществляется посредством лифта. Шведская линия. Режим работы завтрак с 8 до 10, обед с часу до 3 и ужин с 6 до 8 вечера. Есть кофемашина, американо, капучино, ванильный капучино. Чайная станция, где вы можете себе заварить чай, либо кофе. Чай можно посмотреть. Гринфилд, лимончик и печеньки. Выбор нескольких видов хлеба, как вот расположены столовые предметы. И здесь у нас первое блюдо. Бульон. Можно выбрать с яйцом, досыпать мясо, зелень. Есть рыбная похлебка и окрошка. Также добавить сухарики. Если хотите подогреть, есть микроволновая печь. Здесь свежие овощи. Помидоры розовые, огурчики, перец болгарский, зелень, лук. Выбор салатов. Мимоза. Помидоры пикантные, то есть с добавлением чесночка и зелени. Помидоры под сырной шапочкой. Франчоза. Салат сделан. Сверху есть соус. Масло, соевый соус, яблочный уксус и уксус с розмарином. Разнообразные виды соусов: дзадзики, аджика, хрен и тартар. Сметана, майонез, икра кабачковая, оливки и маслины. Пюреха. Стоит на мармите, подогревается, то есть постоянно тепленькая. Пюре с соусом Наполи и фуль мидамис. Куриная котлета и ленивые голубцы. Есть рыба, минтай в томатном соусе. Выбор фруктов, сливы, апельсины, киви, арбуз, нектаринчики. На сладкое есть такие вот печеньки разнообразные, орешки, сушки. Вода фильтрованная, вода газированная, лимонад. И вот такой вот детокс. Сок мультифруктовый, каркаде, сок яблочный. Ни разу не пробовал детокс, нигде не видел его на раздаче. Вкусная такая водичка. Зал очень большой, на всех места хватает. Можете видеть, что идет раздача, и никаких очередей, нигде ничего нет. Люди просто кушают и под музыку такую классическую получают удовольствие. Для передвижения
по этажам есть комфортабельный лифт, и перед ним установлены такие вот кресла для вашего удобства. Лифт очень большой, просторный, работает кондиционирование, то есть очень даже комфортно в нем передвигаться. В каждом этаже есть гладильная доска и утюг. Доступ номера осуществляется по карточке. Мы с вами находимся на 5-м этаже и смотрим номер с 4-местным размещением с возможностью допа. На входе такое место для того, чтобы повесить вещи, обувница, места для хранения. Вот так вот выглядит первая комната этого номера. Тут спальная кровать, раскладывающийся диванчик. Но каждый номер оборудован холодильником, чайная станция, телевизор, лид-система. Номер выглядит очень уютно, пространства много. Но стульчик, чтобы посидеть, столик, подкатить себе поближе. В общем, все, собственно, для вашего удобства. Это только первая комната. И отсюда есть выход на балкон. Очень широкий, большой стульчик, стульчик и место для того, чтобы подсушить там какие-то купальники ваши или еще что-то. И вид на территорию. На входе у нас есть еще одна дверь, и здесь у нас находится вторая комната. Такое вот кресло широкое, стол, телевизор, сплит-система также. Большая двухспальная кровать с прикроватными тумбочками и изголовьем. Есть место для хранения, стол и зеркало над ним. Место для хранения выглядит вот так вот, с доп-одеялками и сейфом. Санузел. Ну, здесь ванная комната, могу сказать, очень интересная. Душевая кабинка, халатики, огромный выбор полотенцев, место для того, чтобы помыться. Ну, прям красиво смотрится. Шкаф, это, конечно же, фен, это зеркальце с подсветкой, возможностью подключения каких-то электроприборов дополнительных, там, бритвы, например. Ну, все очень-очень симпатично. И категория этого номера – это не люкс, а family. Сейчас мы находимся на 3-м этаже. Будем с вами смотреть 3-местный стандарт плюс доп. На входе у нас место для хранения во всех номерах. Также есть сейф, тапочки, чтобы вам было комфортно и уютно. Очень красивая отделка, честно, смотришь вообще, прям глаз радуется. Так выглядит вторая сторона шкафчика. Дополнительные одеялки, просто все, что вам нужно. Если чего-то нету, всегда можете попросить, вам донесут. На входе нас встречает стол с стульчиком и зеркальцем. Есть кроватка с двумя прикроватными тумбочками, картины, еще одна кровать дополнительно. Вот эти три места основных. Есть телевизор, сплит-система, барная стойка с чайной станцией, набор посуды, еще один стол и вот этот вот диванчик раскладывается. Место прям, ну, во всех номерах, которые захожу, прям очень много. Также есть балкон, столик, место для сушки, стульчики. Сели, отдыхаем. Санузел, душевая кабинка, тоже очень большая, раковина, зеркальце, фен, набор принадлежностей, шампунь, гель, кондиционер, много полотенчиков, в общем, вот такой вот формат. Сейчас мы с вами посмотрим номер люкс, здесь доступ по картам, заходим, это у нас зал. Такой большой. Из зала есть выход на балкон. Имеется своя сплит-система для этой комнаты. Большой телевизор, большой стол. В столе у нас имеется холодильник, чайная станция, тапочки. Смотрим санузел. Санузел с раковиной большой, широкой. Есть набор принадлежностей всех нужных мыльных. Вам зеркало, фен, душевая кабинка, унитаз, халаты, полотенца. В зале имеется диван. Если вдруг вам надо будет, можно сделать дополнительное место. И выход на балкон. На балконе стол, два стула, место, где посушить полотенце и вид во двор. Направо у нас спальная комната. Мне очень понравилось, как здесь реализована подсветка. Сейчас полностью все освещение включено. Здесь и софиты, и вокруг кровати сделано. Отключаем внешний свет, получаем такую вот романтическую обстановку. Большая двухспальная кровать с изголовьем, с бра. Напротив нее у нас имеется телевизор и тоже своя сплит-система. С правой стороны будуарный столик с очень большим зеркалом, с подсветкой, а также шкаф для хранения вещей. Есть дополнительные подушки, одеяло, плечики, ну и места, чтобы разместить ваши вещи, очень много. Номер очень большой, просторный, стоимость его в майские праздники 3650 с человека, если доп. Место 2200 рублей. Шведский стол включен. Также есть своя детская комната, посмотрите, как там занимаются с детьми. На территории отеля «Золотое Руно» работает детский клуб, в который вы можете привести своего ребенка. Здесь работает профессиональный педагог-аниматор. Есть очень много игрушек. Здесь вас учат играть, хорошо себя вести, помогать. Номера вы посмотрели. Надеюсь, что
концепцию, как это все работает, вы поняли. Очень жду своих подписчиков, которые здесь отдыхали, в комментариях пишите, как вам отдых. Потому что люди, которые выбирают себе отель, опираются в том числе и на ваши слова. И самые лучшие отзывы именно от вас. Там что-то понравилось, что-то не понравилось. В том числе и хозяева смогут что-то изменить, если вдруг вам чего-то не хватало. Итак, друзья, отправляемся самой главной дорогой к морю. До моря здесь крайне близко. Мы находимся на первой линии, где расположены все отели нашего поселочка Витязева. Как я и говорил, с левой стороны здесь расположено кафе, где вы можете прийти, поесть шашлычки. Ребята для вас пожарят все, что надо на заказ. В принципе, по ценам вы можете посмотреть. Заказывайте, садитесь, кушаете. По прямой отправляемся непосредственно уже то, ради чего вы сюда приезжаете. Морской воздух, морская волна, красота. Будем надеяться, что придут южные ветра, которые нам еще сильнее прогреют море. Сегодня купался. Температура с утра была 14,5 градусов. Сейчас, я думаю, что будет гораздо больше. По температуре воздуха на солнышке 26,6 показывает. По прогнозу сегодня должно быть 23. Тут много разнообразных отелей, но вы можете не ходить на трансфере приехать. Хотя, честно, когда вы приезжаете на отдых, мне кажется, прогулка – это самая главная составляющая того, что вы получаете. Вы идете, дышите, легкие ваши раскрываются, получая максимум удовольствия от всего этого. Дорога будет вам удобна, даже если вы с коляской приедете, с маленькими детками, потому что здесь у нас везде есть покрытие и практически нигде нету барьерной среды, потому что нету перепадов у нас, таких как в Сочи и в других горных регионах. Гостевой дом Патра проходим с левой стороны. Мы тоже зайдем на обзор. Его Рома в этом году взял в аренду. Говорят, еще несколько дней уже можно будет снимать. Уже виноградники выпустили свои листочки. И вот так вот выглядят мини-виноградные лозы. С левой стороны у нас черешня. Возле гостевого дома Патра, здесь гостевой дом Илиада тоже есть у нас на обзорчике. И они вовсю готовятся уже, чтобы открыться в этом сезоне. Из самых главных нововведений у нас наконец-то положили асфальт на перекрестке Знойная и улицы Мира. То есть, как я вам сказал, спокойно по пандусу спускаетесь и выходите туда дальше, по прямой уже к Мира. На перекрестке с левой стороны у нас Артурчик жарит шашлыки. Тоже по полной программе ведутся работы по благоустройству. То есть Витязева улицы в этом году будут меняться. Здравствуйте, дорогой Артурчик. Всех приветствую, друзья. Всем тоже с открытием обнимем. Сезона приезжайте. Уже? Ну, Юра же вам показал, сезон открылся. Как-то вот так. Ну, два дня. Погода нам чуть это, адреналин дала. Ну сегодня красота же. А сегодня вообще супер, вообще кайф. Можно отдыхать, получать удовольствие. У тебя еще, смотри, что, ничего не готово? Потихоньку начинаем, только начало, знаешь. Со скольки ты вообще начинаешь жарить? Вообще начинаем с 10 утра до 11 вечера. То, так что приходите обязательно, он вас очень сильно ждет. И дай бог, чтобы все было хорошо. От души. Отсюда в ту сторону можно пройти на параллели, мы к ней вернемся. А здесь, а кто говорит, что хотят полностью снять асфальт, уложить новый, будет очень красиво. Жалко, конечно, что не сделали раньше. Продолжаем наш маршрут. Тут все у нас просто, по прямой, по улице Мира двигаемся до дюн. Отсюда мы уже их видим. Можно также пойти направо, там более свободные пляжи, выйти на море через лог Витязь. Тоже вовсю идет у нас здесь подготовочка, но при этом встречаем таких вот красивых девушек, которые уже возвращаются с моря. Скоро все это оживет, все ролеты будут работать, пока все ждут вашего приезда. Очень красиво наблюдать, как летит тополиный пух. Это происходит у нас в мае. Хотя первый я увидел еще 20 числа апреля. Тут, честно, показывать пока нечего, потому что ну, какие-то элементы там переделывают, но в основном все пусто. Ничего еще не открылось, к сожалению. В проездах тоже гостиницы готовятся, пытаются успеть до сезона, чтобы запуститься. При этом на солнце температура, особенно там, где нет ветра, разгоняется до почти 30 градусов. Довольно-таки жарко. В общем, с одеждой я сегодня угадал, хотя по прогнозам должно было быть не так. В следующем проезде у нас такие небольшие гостинички находятся. С правой стороны видим, что готовят ролет к открытию. С левой стороны моют все с керхера, чтобы было чисто и красиво. Здесь работает аптека «Апрель». Ребята стараются с той стороны, а здесь, да ладно, да не может быть. Здравствуйте. Здравствуйте. С открытием вас. Сколько дней уже работаете? С 1 мая, как всегда. Вы молодцы вообще. Что у вас по ценам в этом году?
цены, говорят, в этом году сейчас только поднимется темная, рублей на 10, и все остальное остается. Нету никакой инфляции. Вообще идеально просто. Дальше сейчас будет заезд еще, говорят, к 10 числам, 9-м, 10-м вообще будет много народу. Ждете? Ждем. Ну что, ребятки, первый лимонад 2024 года. Спасибо тебе большущее. Ваше здоровье. Очень радостно видеть добрых, приятных наших дорогих работников, которые вам предоставляют свои услуги, и особенно, когда о них великолепные отзывы. О, парень в одних шортах с пляжа идет. Это улица Скифская называется. Здесь у нас тоже несколько отелей, которые есть на обзоре. Но пойду с этой стороны. Тут столовая «Гурман» пока еще не открылась, отзывы они хорошие. Ну и, собственно, вот он, дюны. Мы чуть-чуть правее проходим, потому что там есть проход между ними, по которому не надо лезть вверх на наши великолепные пески. Также идет вовсю благоустройство. Интересно, там закончат тротуар делать или дальше пойдут. Вот идеал, 7 адмиралов есть у нас на обзоре. И сделали, так сказать, прокоп между дюн. Здесь хотя бы не повредили деревья. Деревья зацепили, корней не вижу. Дай бог, пускай будет, чтобы вам полегче было перебираться. В прошлом году, по-моему, вообще проход здесь не делали на улице Мира. Как хорошо и тепло. Просто ощущение космические. Как будто действительно вернулось опять лето. И так было, вот, когда погода эти два дня была не очень. Не классно. А сейчас красота. Идешь и наслаждаешься. Еще бы людей побольше. Было бы вообще хорошо. Там я вижу, тоже в трусах гоняют купальных. Ну, а это наши дюны, пляжи. Великолепные места. Пляж у Золотого Руна с правой стороны здесь будет от этого прохода. Он немножко изменился по отношению к следующим годам. То есть вы доехали сюда до песка на электрокаре и прошли немножечко до моря на свой пляж и отдыхаете. Концепция отдыха именно такая. С левой стороны у нас есть туалет, который будет работать. Он тоже видоизменился в этом году. Его зашили деревяшками, стал покрасивее. Спасательные вышки пока еще с красными флагами. Купание запрещено, потому что не осуществляется работа наших спасателей. А так, в принципе, на свой страх и риск, как говорится, купайтесь, не хочу. Температура, кстати, так и держится, 29,2. Здесь по развлечениям на пляже выставляют разнообразные батуты, бары, то есть все, что нужно вам на отдых. Может, даже и не нужно, но оно здесь 100% есть. И наши дорогие отдыхающие с моря идут по своим отелям. На обед уже пора. Это аэрарии, которых можно будет брать лежаки в аренду. Сделано 3 ряда. На нашем великолепном песочке. Вот как раньше мы жили без шезлонгов. Просто полотенечко постелил и отдыхаешь себе. Вот красота. Какое сегодня море красивое. Цвет просто великолепный. Офигеть. Ребята, сколько людей на пляжах. Посмотрите на это. Я вообще не ожидал. А что не ожидал? Майские праздники. Люди приехали. Интересно, температура воды прогрелась под таким солнцем, я думаю, что 100%. Но на контрасте с воздухом будет вау-эффект. 28,4, только что было 28,6. Показывает воздух у моря чуть прохладнее. Есть небольшой ветер с берега. Вот так. Это Анапские Мальдивы 100%. Чистейшее, красивейшее море. Дети плескаются. Уф. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Альбина, здравствуйте. Откуда вы? А я здесь живу. Местная? Почти, я вообще из Уфы. Ага, а давно у нас уже? Зимовала в этом году. О, понравилось у нас зимой? Да, кайф. В Уфе, наверное, повеселее будет, у нас скучновато немножко. Да, там лыж не хватает. А Сочи? Поехали. Там настолько курортов горнолыжных. Да нет, здесь кайфово на солнце. Как вам сегодняшняя погода? Вы просто теплее всех одеться на этом пляже. Я не подготовилась, что-то это. Шикарно. Сезон открыт? Хочется, да. Уже купались? Нет. Почему? А вы? Конечно, каждый день. Да? Серьезно? Да. Нет, я даже не мочила ноги еще. Ну вот. Пора, да, вот просто показываю людей. Раздеваться всегда пора. А где проживаете? Я в Анапе. А, то есть сюда приехали просто на экскурсию. Еще вопрос такой, а чем занимаетесь у нас? Я кайфую. А, не работает, ничего? Ну, сезонная работа. А какая вот сезонная работа? Ну, это интересно для людей, кто смотрит, если не секрет. А? Тиры. А, все понял. То есть вы занимаетесь именно курортным бизнесом, так сказать. Да. Ну, дай бог, чтобы все было хорошо. Летом приглашайте пострелять почаще. Да. Машите ручки нашим. От души. Смотрим. 18,3 температура у моря. Хоть иди, плыви в Турцию куда-нибудь. Ну и количество людей просто вау. Смотрите в Телеграме, я поближе все это подснял.
Там камера позволяет это делать. Очень круто смотрится. Пойдемте на Паралию прогуляемся. Здрасте, как вас зовут? Привет. Как тебя звать? Рома. Рома, а вас? Владимир. Откуда вы? Мы уже с Анапы. Уже местные наши. Да, это прекрасно. А вообще откуда? Тюменская область. А что, я вот смотрю, кто в Анапе находится, вот что она, что вы, короче, теплее всех одеты. На отдыхающих смотришь, они в трусах. Сначала тут. Сюда, когда приезжали отдыхать, ходили так же, все раздеты. А потом поняли, что здесь такая, можно утром выехать в холод, а сейчас вот тепло. Как вам сегодняшняя погода? Сегодня хорошая. Вчера вообще плохо было. Да. Даже не пошли что-то на этот. На 1 мая на праздник. А сегодня хорошо, нормально. С утра пораньше уехали, думаем, чтобы это, ветра поменьше было. Получилось. А чем занимаетесь у нас в Анапе, если не секрет? Ну ничего, хоть раз. Отдыхаете. Слушайте, это великолепно прям слушать. Пока все равно чем-то заниматься надо. Как приятно смотреть на детей купающихся, девушек купающихся, людей в плавках. Конечно, еще не так много, как летом, когда здесь пляж забит людьми. Но все равно это очень-очень круто смотрится, друзья мои. А с этой красавицей мы забились на том, что через 10 дней она вернется из Дагестана, поедет туда на отдых и пойдем вместе с ней купаться на море. Классно. Лето близко. Так вот купаются. Ух, красота. Только море, как говорится, купаться не хочу. Кайф, ребята. Смотрю, прям завидую. При этом тут рядышком рыбаки еще рыбу ловят. Наша морешка. Тут рыбак пытается отловить рыбку черноморскую. Посмотрите. Здесь дюна готовит свои пляжи. Водичка, кстати, как я и говорил, отошла здесь, потому что я понимал, как он будет выглядеть. И места от навесов здесь достаточно. То есть 20 метров имеется. А для нас это самое главное, чтобы соблюдались наши законные права. Хотя можно было по-человечески еще подальше отступать. Уф, какие красотки у нас на пляж приходят. Слушайте, шею сломать можно. Напитки, девчонки с собачкой. Красиво. Отдыхают, жуют жвачки. Хочется рифмовать, так как море продолжает радовать. Ну и наш пирс поселка Витязева. Море великолепно смотрится. Прям настоящее, такое красивое, летнее. Кстати, еще лавочка осталась, которая работала. Лежаки еще в аренду не сдают, но я думаю, что в скором времени все здесь появится тоже. На самом пирсе здесь продолжаются еще работы. Строили. Наконец-то когда-то тут уже все это завершится. Ой-ё, а с той стороны сколько людей. Просто вау. И впереди у нас сейчас вся Паралия для прогулки. Я чувствую, сегодня контент вам очень понравится. Все, как говорится, зайдет на 200%. Ну и левая сторона. Особенно в ту сторону людей прям очень много. Как же прекрасен этот мир, когда идет такой семейный крутой отдых. В Телеграме я поближе все это снял, можете посмотреть, как выглядит. И чем дальше туда, тем больше людей, потому что там город мира, пляж Мираклеон, они вообще забиты туристами. Так что всем желаем хорошего отдыха. Ну а мы с вами отправляемся на Витязево на пролив. Интересно, сколько в этом году будут стоить лежачки, все это узнаем. Я смотрю, что ребята тут начинают уже барные свои истории восстанавливать, делать, готовить к лету, чтобы побыстрее запуститься. Тайхаку корабль свой привезли, у них здесь в этом году тоже еще интереснее станет. Ветерок, конечно, немножко мешает, но сегодня он теплый, классный и красный флаг можем наблюдать, ребята. Купание тоже здесь запрещено ввиду отсутствия именно сотрудников спасательных служб. Рядом с туалетом делать еще какую-то пристроечку. Торговый павильончик будет, либо может чебуречная. С левой стороны сцену тоже строят. Песок, слушайте, обжигает. Надо прям температуру его замерить. Мне интересно, сколько она. Но море очень хорошо, тепло и классно. Туда дальше на Комарине, я смотрю, что уже огородился пляж. Я думаю, все очень быстро происходит. Сейчас 28,6 температура. И замерим температуру песка ради интереса. Кстати, пункт полиции перенесли в левую сторону. Вот так вот. 43 градуса. Это мы причем не в дюнах меряем, а просто на простой поверхности. То есть солнышко греет очень хорошо, и песочек прогревается. Тайхак в этом году ждет очень много изменений пляжной зоны. Именно, во-первых, мы рассказывали о том, что у них теперь будет доставка делаться быстрее, потому что в кафе, в котором вы будете приходить покушать на Черноморском,
парикмахерской, у них будет работать только на гостей. И отдельная кухня на доставку. Это большой плюс. Молодцы. Придумали, как расшириться. Ну и здесь нам это место очень нравилось. Посидеть вечером на пляже. Было круто. Входим в паралию. Здесь песок уже убрали. За арочкой стало почище. Врываемся в мир, который в скором времени закипит. Я думаю, к 10 числу здесь уже практически все будет работать. Сейчас мы видим подготовку на всех объектах, которые здесь есть. С левой стороны здесь предлагают разные сувенирные вещи. Также духи продают ребята. О, вот мусор, конечно, это прям беда. Хочется, чтобы обратили на это внимание. Здесь ребята мед продают. Скамеечки стоят уже все по местам. Кстати, они видоизменились, я в прошлом году на них внимания не обращал. И мусорные контейнеры тоже стали более красивые. Ну и здесь, ребята, футболки, сувениры, майки. Туалет самый музыкальный, работает с радио. Стоимость туалета 30 рублей. Жалко, конечно, погибшие деревья, хотя вроде бы они с этой стороны отбивают новые веточки. Верим в них, дай бог, чтобы ожили. Здесь пока так и непонятно, что-то появится вместо этого забора или так все и останется. Тут много ролетов, я смотрю, что пооткрывалось, то есть люди свой бизнес начинают, уже скидки. По 500 можно купальники детские прикупить. С правой стороны кафе «Виктория», пока еще без каких-либо движений не открылось. Все уже бурлит, смотрите, цены 700, 600 вешают за такие вот наряды для девушек. Молодцы, то есть торговля идет. Если вы приедете, то здесь все уже для вас будет готово. С правой стороны аквапарк находится, он пока не работает. Но тут ребята фрукты, овощи продают. Тоже сезон, уже даже очереди у них есть. Красота, о чем еще мечтать, чего еще хотеть. День добрый. Потихонечку. Пока еще выбор не очень большой. А почем клубника? Лоточек 250. Ну, ценник прям красивая клубничка. А чья клубника, скажи? Без проблем. Наша местная, да? Понял? Красота. Пошлите, ребятки. То есть клубничка, золоток по 250. Здесь мед, сувениры. То место, где как раз таки мы видели подготовку одних из первых. Продают разные вкусняшки. Еще ценники не везде есть, но там, где есть, можем чуть притормозить и вам показать. Все в холодильничках у ребят. 4К-формате, надеюсь, что вы все разглядите. Надо тренироваться, просто на монтаже потом посмотрю, как это видно. Если что, пишите, там ближе, больше, ну или буду фотографировать и в Телеграм выкладывать. Так, наверное, вообще лучший вариант. Здесь специи, или вообще называется, может, дары Черноморского побережья, работает тоже. И сувениры, игрушки тоже продают. Ребята попросили показать их сувенирную продукцию, которую они продают, вам предлагают. Можете уже со своих диванов выбрать, что вам надо. У нас есть все, что только вы хотите. И не хотите, приходите и купите. Все это покупается и возится домой. Вот, наверное, популярная игрушка в этом году будет, раз ее так много. Мы доходим в то место, где у нас розы цветут и создают аромат неповторимый. Сегодня, правда, ветер не так сильно чувствуется, но все равно все красиво. Здесь веранда, смотрю, китайка уже или открылась, или еще только готовится. Ну, в общем, здесь территории тоже оживают очень-очень быстро. Красота, дорогие друзья. Но здесь наши любимые пальмы. Фонтанчик еще не запустился. Ребята только чистят, все готовят. Шашлычников мы тоже не видим. Китайка заработает завтра. Ну, по крайней мере, сказал парень, думает, что будет все именно так. Пока идет подготовка. И наши любимые отдыхающие, гуляющие и наслаждающиеся. Везде есть уже. Как прекрасен этот мир отдыха. Не посмотри, а приезжай и наслаждайся. Мы вас очень сильно ждем. С левой стороны Урарту. Сюда, кстати, можно к Артуру пройти на Знойную. Вправо улица Серебряная. Здесь ближайшая база отдыха Людмила. Также кафе Лаунж-бар Орион. Здесь ребята уже вовсю жарят шашлычки. Супер реклама здесь у них. Пальма, правда, жалко, что не особо они выжили. С левой стороны Ростикс. Я думаю, что многие ждут, когда появится. Эх, красота. Пойдем посмотрим, что у них тут за мясо и какие цены в этом году. Под музычку люди его уже вовсю едят. Мясо 100 рублей 100 грамм, курица по 80. Ребята для вас пожарят. И картошка по 50 рублей за 100 грамм. Ценники обещают сделать по 47. Ну, вот такая вот информация.
Столики есть также и внутри, где можно посидеть. Везде все чистят, моют, готовят. Ну, всегда говорю, начинайте пораньше, чтобы люди приехали, уже гуляли по чистому, готовому Витязево. Тогда было все гораздо более приятнее. Ну, как есть, как говорится, все готовится. Скоро будет уже совсем готово, пару дней буквально. Грин-бар в этом году обновил столики. Смотрите, как ярко, красиво стало. Тоже все чистят, домывают. Сама гостиница Гаргипия у нас также есть на обзоре. Я очень рад. Я переживал, что приду на Паралию, вам показать нечего будет. А здесь уже все запустилось, все. Рада нашим дорогим гостям. Это прекрасно. Но самое странное для меня, что кафе «Встреча» еще не убрало заборчик и не запускается. Тоже одно из культовых мест поселка Витязева. Здесь у нас разные шапки продают вместо футбола пока. Ждем, конечно, когда все заработает, но сейчас все зелененькое. Честно, вот не сказать, какое число, наверное, подумали, что лето. Может, раннее утро, что людей не так много. Хотя, в принципе, так достаточно. Разные сладости продают, вещи, одежду. Все готово для вас. Если вы вдруг приехали в одних трусах, ну или вам нужны сувениры, сумочки, здесь у нас все есть. От души, как говорится. Некоторые, смотрю, лавочки поменяли ориентаторов, потому что я тут, в принципе, всех помню. Может быть, люди изменились. О, кстати, это место в этом году прям интересно показывать, потому что я иду в футболке, которую купил у них. Посмотрим, сколько она выживет. Пока я очень-очень доволен ей. Активная одежда на любой вкус и цвет. То есть мне, по крайней мере, зашло. Хожу, радуюсь. Так, кафе «Ван» тоже у нас готовится к запуску в скором времени, понимаю, откроется. Ну и здесь торговые первые павильоны тоже открылись. Что-то большие кафе пока не спешат делать открытие самое первое. Ну, как и всегда, наверное, «Китайка» запустилась. Дальше, друзья мои, выходим уже на центровое тоже место. Здесь у нас в этом году ждем расширения бара, который был караоке, туда дальше, с левой стороны. Он теперь будет на два домика. Гостиницы некоторые здесь есть тоже на обзоре. Еще одна торговая точка с вещами. Дальше у нас кафе «Причал». Тоже пока закрыт. Магазинчик тоже переделался. Какие-то, смотрю, изменения по фасаду будут. Будем посмотреть, что это будет. Большущий тир открылся. Возможно, это хозяйка, которую мы встречали на море. Может быть и нет. Здесь кафе «Фрегат». Вот «Фрегат» должен открыться у нас 10 числа. Это нам шеф-повар сказал. Мы были у ребят на обзоре. «Хмель да хлеб» называется заведение. Паб «Витязь» очень интересно, советую. Сыроварня и винодельня «Вальма» работает. Ну, а тут пока тишина. И последние, как идут уже шаги по завершению этого великолепного фасада. Здесь у нас теперь «Акионариум Катран» будет. Выглядит очень красиво. Ну, по крайней мере, мне видоизменение данного здания зашло. Очень привлекательно на входе в Паралию. Самое главное действие, что даже арочная конструкция у нас уже подготовлена в Витязево. С левой стороны товары для отдыха и оптовый склад в розницу. Здесь чаи, специи продаются тоже в больших количествах. Ну и здравствуй, арочка. Хоть подлатали тебя. Ждем, когда появятся надписи Витязево и Паралия с другой стороны. По крайней мере, мне этого очень сильно хочется. С правой стороны экскурсионная точка, где Людмила Владимировна ждет вас тоже в гости. Пойдем посмотрим. Ее пока нет, но, допустим, по экскурсии можете посмотреть. В телегу я уже публиковал, что есть. Вот ее номер телефона. Можете позвонить напрямую и уточнить у нее все. Наверное, пошла на посадку. Первая столовая уже открыта. И это очень круто, потому что есть где поесть Витязева. А также работает «Парфенон». С левой стороны две подряд столовые открылись уже. Я предлагаю вам сделать на нее обзорчик. Пока просто глянем, что есть из меню. Ну, вдруг вы хотите обзор, донатьте, ребята, и мы с вами придем сюда, попробуем. Че, как, почем. Будет видно. Так, цены в первой столовой поселок Витязево. Надеюсь, что вам все видно. И ассортимент. Я думаю, что в летний период ассортимент будет больше. Просто сейчас еще нет такого спроса, чтобы лишнее не готовить. Люди готовят меньше. С стеклышками все закрыто. Все прям красиво для вас, чтобы вы могли понимать, сколько в этом году вам придется потратить на еду. Сравнивайте с прошлогодними ценами. Это будет интересно посмотреть и узнать ваше мнение. Что-то сильно подорожало, что-то нет. А может быть, там вообще все очень дорого. Ну, гарниры, цены.
Будет нам интересно посмотреть. Дальше работает бар, ребят, тут можно посидеть, будет как бы вкусно, хорошо и прекрасно. Отзывы об этом заведении практически всегда хорошие. А я считаю всегда, что на вкус и цвет все столовые разные. Пришли, понравилось, кушаете здесь, не понравилось, кушаете в других местах. Именно поэтому мы и делаем обзоры. Ну, все везде чуть-чуть отличается, где-то больше над сервисом работают, где-то более удобное место, где-то вам больше улыбаются. Вкусовые ощущения при этом не особо различаются. В столовой номер один ел много раз, всегда было хорошо, но вот интересно, как в этом году. Так что, если есть возможность, донатьте по номеру 8988-333-7887. И мы ее протестируем. Возьмем с собой какую-нибудь девушку и вместе с ней поедим. По Южному проспекту много разных отелей имеется. Многие есть у нас на обзоре. Витязева я очень люблю и снимаю здесь очень много. Но сегодня у нас, не забывайте, весь обзор посвящен All Inclusive. Причем за неплохие деньги отдых 2400 с человека. Просто посчитайте, что много развлечений на майские праздники. Горячий бассейн. И при этом еще вас будут кормить, поить. Всех крепко обнимаю, друзья. Надеюсь, что обзор был интересный, полезный. Чего-то, если не хватило, пишите об этом в комментариях. Дальше у нас будет и больше трансляций, больше информации. И будем стараться работать для вас, чтобы вам все было понятно. От вас лайк, комментарий, репост, подписка. Если есть возможность, можно задонатить. Поддержать, как говорится, на ход ноги блогеру, на бензинчик тот же самый. Приехать по разным местам. И также заказывайте те места, которые вы хотели бы посмотреть. Читаю абсолютно все комментарии, на все отвечаю, потому что, еще раз говорю, работаем с вами в симбиозе. С вами был Юрий Азаровский. Вам всем привет, Черноморский. От души встретимся, увидимся, слюбимся в Витязево, а может быть в других местах и городах. Отдыхайте, главное, ребят, не забывайте. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее полностью всю на работу. В конце Хилас гостевой дом. Все уже беленькое, чистенькое. Думаю, что ребята работать будут, все у них будет хорошо. А это Парадис. Привет нашему дорогому владельцу, подписчику от души Евгению. Ему хорошего сезона. Ну, в принципе, эти все гостиницы есть на обзоре тоже.